Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня выбрался на Москва-реку. Весна, город, центр. Попробуем сегодня что-нибудь половить. Надеюсь, будет интересно. Все покажем, все увидите. Так что не переключайтесь и давайте начинать рыбалку. Так, первая рыбка. Ого! Солидно. О. Нормалек. Так, ну что, Илюха уже первого окунишку взял хорошего на пресса VIP. У меня пока поклевок никаких не было. Ты не взял его? Опа! Есть! Опа! А вот и я размочил счет. Отлично! Акушариком. Надуло. Надуло сегодня ветра немного, но рыбка поклевывает. Друзья, первый клев такой полосатый. Сегодня ветреная погода. Надеюсь, меня слышно. Попался он на Риуке VIP 45. Вот такой шарик. Размочили счет. Стритфишинг. Продолжаем рыбалку. Так, ну подержи пока сейчас я. Так, ну что, фотосессию провели, сейчас отпустим на випчик. Один окушочек есть. Страшные, конечно, очень окуни, но неплохой попался окунек. Вот такой. Отлично, отпускаем. Опа! Ставим лайк, ребята. Так, что-то, что-то здоровое. Фиксируем. С зубками. Вау, жерик. Жерик, да. Я еще снимаю на мобилу и на камеру твою. Нормально. Не-не-не, давай. Давай, беги. Я держу. Так, тут такие вот условия у нас. Вон там рыба. Илюха сейчас подлезет. И аккуратненько его. Слушай, ну это около килошник, наверное, да. Даже киловка, наверное. Жерех. Ну, это под кило где-то. Так, идем, короче, к Илюхе. Он от нас оторвался. И, судя по всему, опять вылупил жереха без нас. Он даже не поднимается. А, да. Ну, такой же где-то килошничек, наверное, будет. Заглотил полностью. VIP. Илюха пошел спускаться сейчас за ним вниз. Удочка он вся работает. Держим его сейчас, Илюха. Как раз пошел. Вон он идет. Лабиринты проходит. Thank you.
на палку. Нормально. Нормально. Жерешочки клюют. Ну что, еще один, да? О, уже бодренький. Теперь только... Опа, хорош. Ну что? Отлично. Поздравляю тебя. Первый твой москворецкий, да? Ну, первый нормальный будет. Да. Отлично. Хорошая поклевка была или так вяленькая? Хорошая. Да? Опа. Окунишка. Нормально. На стрекоза, да, у тебя там? Это ларва? Да. Ага. Ну, фанатик. Ага. 3,5 грамма. 2 дюйма. Там, че, нормально 3,5? Блин, вообще. Пока что я не страдаю. Угу. Ну, отлично. Еще один. Трофейный, да, попался? Да. Надо скорее его съесть. Не будем? А, малявка Джонни выскочил из-под плиты. Такой небольшой окунишко. Перешел на микроджиг, потому что виба отрывать жалко, а они у меня на тройнике. Был на одинарниках, я его оторвал, на тройниках оторвал, у меня остался один. По берегу пока, сейчас по микрушам, ну мелкая. Такой. Опа, хорошая поклевка. Вот это сейчас была хорошая поклевка. Да и окунек покрупнее уже немножко. Хотя, наверное, такой же. Не, покрупнее, чуть-чуть. Покрупнее, но поклевка классная. Ну, вот такой окунишка. 4 грамма. Чебурашка, приманка. Пранта Юми. Такой пузач. Хорошую поклевку сейчас подарил. Мы его, конечно же, отпустим. Давай. Да не, так чисто побаловаться. Это ёршик или судачок? Окунь. Да, он просто болеет. А круглый он что-то попадает? Да. Так, там что-то хорошенькое. Сейчас посмотрим. Артур поймал. Сейчас, погоди. Жерех? А вот я не знаю. На 0,3 это пипец. Блин, я не знаю, это либо идти на туда, а там тоже не близко. Один клюв, такой удар. Да? Так, ну что, у нас очередной жерех сегодня, раздача у пацанов жереховая. Такой, ну... Килошничек, наверное. Не-не. Иди, а там посмотрим. Пока иди.
О! Есть, офигеть! Вот это да! У меня тоже сюрприз, да! Офигеть, а у меня ясь. Прямо со дна и хороший. Ну, теперь мы вдвоем пойдем. Вон он, смотри. Хороший. Это такой за... Думаешь, красноперка, да, походу. Да, не ясь даже. Я просто смотрю, какая-то широкая. Ну, красноперка... Башка маленькая, да, для ясья? Алло. Ну давай иди сюда, потому что у нас у одного жерех висит под килограмм, у другого красноперка за полкило. Давай быстрее иди, здесь красноперка, наверное, даже под кило. Давай, я думал, это ясь сначала. Друзья, у нас вот такой этот дуэт, это красноперка там и жерех. Вот мы сейчас... Покажем покрупнее, вот красноперочка, вот жерешок. Вот такое веселье, стоим, развлекаемся с Артуром. Будем ждать, сейчас думать, как-то поднимать, я не знаю, что делать. Так, ребята, я включился, потому что я уже начинаю поднимать на шнуре рыбу. И сейчас самый эпичный момент в моей жизни. Сюда, раз. Аккуратненько, она уже здесь, все. О, бля! Сошла. Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел? Блин, ну как так-то, а? Прыгнул. Он был ее. Да, ну ладно. А где провалось-то? А, там на флюре, она прыгнула, ну да. Трофейная красноперка упала. Ну ладно, можно лайк поставить. Чё. Съел. Такой окунишка. Небольшой, но трантом. Да, после красноперки уже, конечно, не те ощущения. Ну ладно, хоть такая клюет, это здорово, сейчас отпустим. После красноперочки, конечно, уже не то. Та рыба была трофейная. Ну ладно, трофеи еще будут. Вот еще один чеграш. Тут прям скопление. Вторая поклевка. Еще до этого поклевки были. Сожрал. Добрался второго раза. Вот такой небольшой. Да. И вообще, просто ничего уже не осталось, что на итоге. Блин, у меня остался один VIP, но я не хочу это. Слушай, они как макушки клюют. Я поймал жереха. Заметил, они клюют как макушки? Да. Ну, он и теребонькал так. Тихо-тихо, селедка. Селедка. Вот это жерехи, мне кажется, тысяча. А летом мелкого вообще. Друзья, я поймал своего жереха трофейного. Вот он, 3 килограмма. Еле помещается на это. У меня на кило 700. Ой, нифига себе, кило 700 окунь. Чуть-чуть побольше моего жереха. Судачишка.
Ну вот, смотри, у тебя сегодня жерех, окунь и судак. Для первой рыбалки в городе это прям вообще топ. Ребятки, простите, немножко залагала камера. Вот такой жерешок мне успел попасться, пока я разбирался с камерой, сделал проводку. И вот такой жерех клюнул. Ну что, жерешочек попался на микруху. Вот такой валара 2 дюйма. Сейчас будем отпускать. Окуни, жерехи. Опа, селедка. Окунишка. Небольшой, но попался. С икрой. Не будем его мучить, отпустим. Ах, сход. Хорошая поклевка была. Может быть, опять же решок был. О, что-то села хорошая. Да. Ой, очень хорошая. Очень хороший окунь. О! Окунь гигант! А, не. Ну, не гигант, конечно, но такой. Оба. Да, гигант, скорее всего, тогда уже ладно. Что, друзья, вот такой вот окунишка очень приятный попался. Весь, конечно, он повидавший жизнь. Кушал приманку валара 2 дюйма в таком цвете темном, как под пиявочку. Чебурашка 4 грамма и вот такой толстячок. Сейчас будем его отпускать. Вогнал ему. Что? Оба. Да? Просто бесконечно. Вот в этой грязи окуня стоит. Ну вот он. Кунишка, уже даже не хочется их снимать. Вот такой окунь, отпустим. Смотри. Как это произошло? Не понял. Окунь в приглядку. Вот еще один очередной окунек, я уже даже со счета сбился. Валара. Сейчас приглядку взял, вышел за приманкой, прям парапет. Я сделал паузу,
Он постоял рядом, я еще подыграл, и он ее добрал. Забавно получилось. Не знаю, на камере, наверное, вряд ли это будет видно, но, может быть, будет и видно. А это судачок уже. Судачишка небольшой попался. Будем сейчас отпускать. Вот такой стекляшка. Ну что, друзья, будем заканчивать рыбалку, уже идем домой. Со мной сегодня были Артур, Илюха. Илюха! Вот, мы сегодня, короче, втроем нормально так попороли рыбу. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока!